здравствуйте. Наверное, чтобы предварить часть ваших вопросов, я в нескольких словах, буквально пунктиром, нарисую свою биографию. Значит, фамилия моя Маливанная. Когда я приезжала в Киев, то мои коллеги, актеры, ну, другие люди говорили, что это такое Маливанная, Малеванная, вы же наша. Малеванная – это по-украински рисованная. А Маливанная не то, не сё. Но я не виновата. Отец был Маливанный, дед был Маливанный. И по паспорту они русские. Дед был Маливанный, а бабушка была Хильченко. Там явно украинские корни. А мама была Екатерина Иосифовна Еремеева. То есть, я так понимаю, во мне половина украинской крови и половина русской. Но вообще, как вы поняли, я крестьянских корней. Все мои дедушки, бабушки крестьяне, мама была учительницей. Отец в последнее время водил троллейбус в городе Краснодаре. Отношение к маме и к отцу у меня было разное, но маму я обожала, а с отцом отношения были сложные, но это, возможно, позже этой темы коснемся. У нас было четверо у мамы, три сестры и один брат. Я самая старшая. Я родилась 22 января. Сейчас бесполезно скрывать возраст, в интернете все известно. А потом, даже раньше, когда некоторые актрисы, я знаю, скрывали возраст, делали это неправильно, потому что, когда скрываешь, тебе обязательно молва народная еще добавит лет 5-6. Мне 77 лет. Я родилась в 39 году, за 2 года до войны. Брат на 8 лет младше меня, в 13 году он умер. Обожаемый мною человек. Когда он родился, я маме сказала, что это будет Александр. Потому что я знала, что Александр – это мужчина, защитник. И мне, поскольку я девочкой была очень болезненной, слабенькой и трусливой, надо сказать, боялась всего. Коров, которые вот рогами бодались, козу нашу Тамарку, она чувствовала труса. И она мою сестру Ангелину не обижала, за мной гонялась. Всего, пчел боялась, высоты боялась. И вот мне нужен был Александр, чтобы он меня защищал. Потом, когда у меня родился сын, много лет спустя, еще он не родился, я уже сказала, что это будет сын, и это будет Александр. Ну и так получилось, что это два моих самых любимых человека на всю жизнь. Брат Александр и сын Александр. Возможно, сын – это, вот если бы я не сделала в этой жизни ничего, а только родила этого ребенка, я уже не зря прошла на земле. Саша очень хороший, очень порядочный человек. К счастью, он не имеет ничего общего ни с театром, ни с кино. Он программист. У сына трое детей, моих внуков. И у одного из детей сына, у среднего Мишечки, уже двое детей. Так что я дважды прабабушка. Окончила школу в Краснодаре. И когда я в деревню, куда приезжала из Краснодара отдыхать, говорила, что хочу быть артисткой, бабушки украинские так на меня жалостливо смотрели и говорили: «Ой, Ларочка, не надо. Вот если Палочка, это моя сестра на 2 года младше, которая Ангелина, вот если Палочка хотела в артистке, это да. Алочка такая справненька, она такая, ну, полненькая. А ты ж, Ларочка, не обижайся, но ты ж такая худенькая, такая страшненькая». Знаете, я любила своих бабушек и всех соседок, уважала, поэтому я решила, что я страшненько, худенько, и в артистки не пойду. И поступила в Краснодаре в пединститут по стопам мамы. А потом вдруг, если тут есть трусы, они меня поймут.
нам, трусам, свойственны иногда завихрения. Да такие, что храбрецам и не снилось. Так вот, этот трус, который сидит перед вами, вдруг... шашки наголо, дурная донская кровь. Я бросила пединститут, осталось диплом защитить. И все. И уехала в Ленинград поступить в театральный институт. Но поскольку я была трусом, я побоялась поступать на актерский факультет. Поскольку принимают на актерский до 22, а мне уже был 21. А буду-ка я поступать на режиссерский, потому что туда можно до 36 лет. И думаю, за 15-то лет я как-нибудь пробьюсь. Вот вы понимаете, как иногда трусость становится мудростью. Что вы аплодируете? Вы все трусы, что ли? Но я рада, что вы меня понимаете, что я попала к своим. Ну и вот, и совершенно не имея ничего в виду такого, чтобы поступить, я стала ломиться на режиссерский. Ко мне подходили мальчики, потом мы очень подружились с одним, Сеня Кас. Он был под... У нас никакого романа, упаси бог, не было, был моим другом на всю жизнь, до самой его ранней смерти. И Сеня мне с улыбкой рассказывал, как его подсылали мальчики. Ты пойди, подойди к этой деревенщине в ситцевом платье. Что такая нахалка? Она на режиссерский. Вот эта деревня с косой, с веснушками. Ты, подойди, поговори, узнай, она совсем дура или хоть что-нибудь понимает. Ну, в общем, Сеня со мной поговорил, понял, что не совсем, что чего-то деревенщина... понимает. Ну, вот так неожиданно меня приняли. Совершенно неожиданно я окончила режиссерский факультет с красным дипломом. Поехала в Красноярск, проработала там 3,5 года. Потом Ленинград, который потом стал Петербургом. Театр Ленсовета, потом Театр Ленинского комсомола, потом БДТ 31 год. А потом, с 2007 года, я в свободном плавании. Вот все. А то я вас утомила, и все, уже теперь можно расходиться, я все расскажу. Лариса Ивановна, а почему вы отказали самому Товстоногову? И почему потом согласились? И как смогли уйти через 31 год? Спасибо. Не ведала, что творила. Просто я не знала. От невежества я отказала, потому что Товстоногова не отказывают. У меня были другие планы, связанные с моими личными проблемами. А потом как-то что-то изменилось, и вот я пришла в театр. Я почему ушла через 31 год? Раньше нужно было уйти. Раньше нужно было почувствовать, что я там не очень нужна. Вот я пришла в Большой драматический, сразу одна роль, вторая роль. Я сыграла в «Дачниках» Варвару, я сыграла Наталью в «Тихом Доне», я сыграла комиссара в «Оптимистической трагедии», что там еще, а потом пам-пам, и пауза на много лет. Как говорят, обыкновенная история, говоря языком Гончарова. Ничего в этом удивительного и драматичного. То есть это драматично, но это проходят все. У очень многих актрис так бывает, когда режиссер приглашает, потому что об этой актрисе сейчас в городе как-то говорят. И режиссеру интересно, в свою коллекцию вот еще такое, вот такой цветной камушек положить к прочим артистам. Но просто нужно было уйти раньше. Почему? Мы же все, мы так устроены, мы держим, мы считаем, что стабильность – это то, что нам нужно в жизни, а это не так. Мне нужно было раньше почувствовать. Но поскольку я трус, и как все, тяготею к стабильности, я сидела, сидела, и уже не играя ролей, ждала, ждала. А потом вдруг, ну, в самый такой момент, когда никто не ждал, я сама раз, и, ну, 31 год, надо было уйти лет через 10. Я 20 лет просидела там. Да. До
Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каково это быть в роли жены главного режиссера? Ведь многие актрисы наверняка завидуют, мечтают о такой участи. Это одним словом, одной фразой можно сказать. Врагу не пожелаешь. Ни за что бы не вышла замуж за главного режиссера. Я вышла замуж за Геннадия, когда он был моим однокурсником. Мы учились на режиссерском факультете вместе с Геннадием Апарковым, который потом стал очень известным режиссером в театре Ленинского комсомола, петербургском, ныне Балтийский дом. Вот. Я была отличница на курсе, а он был так, где-то. Ну, я понимала, что это талантливый человек, с ним было безумно интересно. Но жить с ним оказалось очень сложно. И когда мы уехали в Красноярск, он там поставил свои первые спектакли, очень хорошие, об этом даже московская пресса писала. Ушел со своего поста главный режиссер красноярского тюза Валерий Галашин. И назрел вопрос о том, что вот Геннадию нужно стать главным режиссером. Он со мной посоветовался, поскольку мы обо всем советовались. Я сказала: нет, тебе это не нужно. Ставь спектакли, ты не главный режиссер. Вот Товстоногов – это главный режиссер. Он сочетал в себе и талант режиссера, и организаторский талант, и много чего еще, что нужно для этой профессии. А Геннадий – нет. Вот ему интересно, он делает, он мог уснуть на собственной репетиции, когда ему скучно, он сидит. Я подхожу, говорю: что ж ты делаешь, ты спишь? Он говорит: боже, какая тоска, какой я бездарный режиссер. Я говорю: давай-ка просыпайся, ты не бездарный, просто сцена плохая, ну ты сделаешь лучше. Ну вот как-то так. Потом нас пригласили в Ленинград, Игорь Петрович Владимиров, в театр Ленсовета. И через какое-то время, первый же его спектакль «Пассажирка», в котором я была занята, я играла эсэсовку, отвратительную женщину, был замечен. И я получила премию «Лучшая роль сезона», моя первая роль в Ленинграде, и Геннадий как-то был отмечен. И ему предложили театр Ленинского комсомола возглавить, многострадальный, где постоянно менялись главные режиссеры, и там и Ролан Быков был, и у всех как-то там не складывалось. Такой театр крокодил, там всех сжирали. И когда Геннадию это предложили, он сказал: как ты думаешь? Я говорю: нет, не надо тебе за это браться. Но все-таки он согласился. А вот тут-то Товстоногов мне и предложил. Вот я вспомнила. Я пришла к нему, очень вежливо поговорила и сказала: вот так и так уходит. Моему мужу предложили театр, мы так привыкли работать с ним вместе, что я пойду с ним. Это была моя ошибка. И вообще, если честно, если говорить о жизни, я не знаю, как вы, а я, вспоминая свою жизнь, вижу все как цепочку бесконечных, непрекращающихся ошибок. Одна за другой. Как-то я даже взмолилась, Бога попросила, говорю: боженька, дай мне точку опоры. Покажи мне момент какой-то в жизни, где я хорошая. Потому что я вспоминаю: тут плохо. Но вот тут это была ошибка, не нужно было с ним идти, мы бы тогда раньше расстались. А расстались бы мы неизбежно, потому что главный режиссер – это большие соблазны, все артистки хотят играть, оказывают внимание. А я почему говорю: врагу не пожелаешь? Ну, вы не представляете. Анонимные письма, анонимные звонки, какие-то случайные встречи с людьми, которые говорят гадости. Это был ад, кромешный ад. Одна моя знакомая сказала что-то такое. Говорит: Лариса, когда узнала, что мы с Геннадием на грани развода, сейчас время такое, мужей рвут прямо из рук. Вот ты держишь, держи, и надо сделать вот так. Я не знаю, по какой причине. Я вроде бы целеустремленный человек, какие-то вещи ценю, могу за них бороться. Но когда у меня что-то рвут из рук, я никогда не делаю так.
я всегда делаю так. На, бери. Но когда им делаешь так, они почему-то потом хотят обратно. А поезд ушел. Я рассказала вам банальную историю, которую многие женщины на своем опыте проходили. Но нужно жить дальше, и я жила. Вот. Простите, что так было. Вы говорили, что Чехов, Антон Чехов, говоря современным языком, является мужчиной вашей мечты. И вы даже отбили бы его у жены. Известно, что Чехов был тот еще повеса. Скажите, пожалуйста, а каков Чехов вашей мечты? Тот, какой был. Он не мог быть другим. Роза мира Даниила Андреева, нашего замечательного, тончайшего поэта, он посмотрел на Чехова и сказал, что если бы Чехов дожил до 70 лет, это был бы единственный случай, когда писатель и святой, несмотря на все его похождения, в одном лице. Лет в 13 Антон пошел в публичный дом, его туда повели, а потом стал туда захаживать. А я думаю, это случилось потому, что мальчик искал тепла и любви. И он нашел это не в своей родной семье, а в публичном доме. А что делать, если такая семья? Спасибо им хотя бы за то, что они родили гения. Спасибо им, и вот пусть они этим и будут помянуты. А потом остальные, вот остальные все эти истории, женщины, которые к нему липли, он ведь никого не соблазнял. Он только успевал отряхиваться, потому что к нему липли все. Как говорят, любовь зла. Полюбишь и Книпер Чехову, извините. Это была, как говорят, прекрасная актриса. Но когда я была в доме музея Чехова в Ялте, меня душили слезы. Когда я видела подарок Немировича на столе, а Немирович был любовником Книпер Чехова, Чеховой, то есть Книпер. Когда я видела картину, написанную женой его брата Николая, абсолютно безнравственной женщиной, которая тоже была влюблена в Чехова. Это все такой театровед есть в Питере, Елена Сергеевна Алексеева. Мы с ней обсуждали книгу Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова». Почитайте. Это книга из документов. Только документы, никаких домыслов, вымыслов и собственного мнения. И она сказала, если бы я писала книгу, я бы назвала ее «Бедный Чехов». Я родилась ведь недалеко от Таганрога, а детство прошло в селе Ивановка. Это 25 километров от Таганрога. Поэтому я говорю, что я чувствую себя травинкой у подножия чеховского пьедестала. Мы с ним дышали одними травами. Вот я знаю, как пахнут эти травы в Ростовской области. И он знал. И меня это очень радует, что что-то у нас было общее. И потом я дважды играла в его пьесах. Играла Аркадину в «Чайке» и играла Елену Андреевну в «Дяде Ване», в БДТ. Есть такой поэт Саша Черный, в числе многих других поэтов, я его очень люблю. В том числе из-за «Любовь к Чехову». Такое четверостишье у него есть, убийственное. «В наши дни бессмысленных успехов и миллионов гениев пера ты один, тревожно мудрый Чехов, с каждым днем нам ближе, чем вчера». По-моему, потрясающе. Это Саша Чехов. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что вы играли Жанну д'Арк. Скажите, пожалуйста, как вы решились сыграть ее? В театре не решаешься, в театре тебя назначают на роль. И играешь, хочешь, не хочешь. Но мне это было интересно. Репетировал спектакль Геннадий Апарков, мой муж. Все
получалось вроде бы. Я так довольно лихо выучила текст, все по мизансценам. Он как-то оставляет меня после репетиции. Всех отпустил, говорит: Лариса, останься, давай поговорим. Говорит, формально все выходит. По существу ничего не получается. Роль мертвая, пустая, на холостом ходу. Ты репетируешь формально. Почему? Я говорю, я сама не понимаю, чувствую, что плохо, не понимаю. А потом пришло осознание, почему. У меня был, знаете, такой период человеконенавистничества. Я не любила людей, потому что вот этот, кто-то меня оболгал, кто-то наговорил гадостей, там какая-то актриса мне на сцену выходить, а она перед выходом специально такая, ну, в провинциальных театрах поднаторевшая в интригах. А я только что после театрального института, у нас там все было коллегиально, на режиссерском курсе, и она вот мне выходить на сцену, она какую-нибудь гадость скажет, я выхожу, как мокрая курица. То есть, и думаю, какие же люди все-таки, какие люди гадкие, никому нельзя верить, все завистники, все. Я Геннадию сказала, говорю, дело в том, что Жанна, у нее главное, что есть, она любит людей всех. Я говорю, этого ничего не чувствую. И, в общем, мы стали двигаться в этом направлении. Я очень была рада, когда встретилась с ее таким представлением о храбрости, когда этот там король говорит, Карл VII, говорит, я боюсь. Она говорит, то, что ты боишься, ничего не значит. Я тоже боюсь. Но главное – бояться первому и до битвы. А когда ты включаешься в битву, противники боятся, а ты свое уже отбоялся. И если человеку есть ради чего отринуть страх, ради любимого человека, ради любимой страны, ради какой-то идеи, то он становится храбрым. И я поняла, мне нужно быть храброй для того, чтобы сыграть эту роль. Мне нужно ее полюбить и всех полюбить. Расскажите, пожалуйста, о фильме «Легенда о Тиле», о замечательных актерах Евгении Леонове и Михаиле Ульянове и о атмосфере на съемочной площадке. Спасибо. Это вспоминается как огромная радость в моей жизни. Атмосфера абсолютного взаимопонимания, сотворчество, причем я была еще в кино, недостаточно опытной, а там были уже маститые, Леонов, Ульянов, и замечательные Алов и Наумов, потому что съемки, атмосфера на съемках, конечно же, прежде всего зависит от режиссеров. И все это я вспоминаю вот как какой-то такой подарок судьбы, как радость. И совершенно не помню никаких признаков высокомерия ни у Ульянова, который уже тогда был очень знаменит, ни у Леонова. Но мы-то все были помоложе. Лембит Ульфсак, я, Наташа Белохвостиков, совсем юная. О, а по этому поводу есть такое мнение. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Так, ну, в общем, это было соприкосновение огромных душ, которые сияли своей широтой не только в этом фильме, а во многих других. Спасибо им большое за это. И Аллову с Наумовым, и моим партнерам Леонову, и всем остальным. Лариса Ивановна, вот многие провинциальные актеры мечтают о столичных театрах. Вы же из Санкт-Петербурга уехали в Краснодар. Довольны ли вы краснодарским периодом? Спасибо. Просидев по трусости 31 год в БДТ, я все-таки из него, набравшись храбрости, ушла. Все ахнули, я тоже. И тут, знаете, видимо, высшие силы за нами наблюдают. И когда мы понимаем, что что-то в нашей жизни исчерпано, и отваживаемся на
поступок, высшие силы помогают. Ну, буквально на следующий день, после того, как я приняла решение уйти из БДТ, последовало предложение поехать в Красноярск, сыграть странную миссис Сэвидж, что я и сделала. Потерпев фиаско перед выходом со спектаклем на малой сцене «Граф Нулин», который просто заморочили, провалить это практически было невозможно, но я это сделала. Но я думаю, что здесь виноват еще, это просто Боженька хотел меня оттуда увезти из БДТ и не знал как. И он мне это организовал, провал на малой сцене. Худсовет просто не принял мой спектакль. У нас не было времени для репетиции. В общем, это мариновали полгода, эта комедия. Короче говоря, Бог помог. Поступает предложение из Краснодара от моего бывшего однокурсника по пединституту. Он звонит. Ларонька, это Вячеслав Самойлович Пинчук, он сейчас под Питером где-то живет. Я узнал, что ты ушла из театра. Но я узнал, что ты режиссер по первому образованию. Что у тебя... Я говорю, да, у меня актерского образования нет. А не хочешь ли ты в Краснодарском театре поставить спектакль? Естественно, что говорит трус. Нет, я только что потерпела такой провал на малой сцене. Никакой я не режиссер, я актриса, надо мне забыть про мой диплом. Но все-таки, а ты к сестре приедешь? Приеду. Приходи к нам в театр на спектакль. Я пришла в театр на спектакль, краснодарский молодежный. Он сидел рядом со мной, с другой стороны сидела сестра. И я, когда увидела этих ребят, я начала подпрыгивать, и они оба меня держали. Я встретила свой театр, наконец. В этом театре вот эта соревновательность сколько угодно. Но поразительно, они любят друг друга. Они отдают отчет ценности каждого из своих коллег. Они дорожат мнением друг друга. И мне это все очень подходило, потому что в БДТ мне все 30 лет было немножко холодно и немножко страшно. А в Краснодаре я ожила. Причем после провала я Славе сказала: «Ой, смотри, я боюсь». Он говорит: «Я тоже боюсь. У меня, говорит, сейчас такое затишье в театре, такая яма, ничего интересного не происходит. Давай бояться вместе». И я сделала спектакль по... Аверченко, куколка. Я его делала в Петербурге. Мы играли на малой сцене БДТ. Это был неплохой спектакль. Но в Краснодаре лучше. Просто я уже, видимо, так окреплась, окрылилась. Мы получили первую премию на фестивале «Кубань театральная». Не помню, не то «Кубанская театральная весна», не то «Осень». Пинчук мне позвонил: «Ларонька, я приеду специально, чтобы тебя расцеловать». Я говорю: «Слава, а что ж ты терялся, когда я была в Краснодаре? Ничего такого я от тебя не видела, никаких поцелуйчиков». Я говорю: «А в чем дело? Почему такое вдруг?» «Мы первую премию получили, ура!» Ну, в общем, потом он мне дал еще поставить спектакль «Вечный муж» по Достоевскому. Потом я поставила по рассказам Шукшина «Чудиков». Ох! Это самый, скажем, лучший мой спектакль, как я оцениваю. Наверное, «Вечный муж». А любимый — «Чудики». Лариса Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Один из лучших режиссеров нашего кино, Петр Тодоровский, немало удивил нас, сняв фильм «Интердевочка». Угу. Лариса Ивановна, а как вы согласились сыграть в этом фильме? Спасибо. Да с радостью. С удовольствием. Была счастлива. Особенно, когда... Потому что фамилия Тодоровский для меня решила все. И потом я прочитала книжку Конина, и она мне понравилась. Я, в принципе, ну, можно сказать, чистоплюйка. У меня нет знакомых проституток. Я к ним плохо отношусь. Но есть люди категоричные, как я, а есть люди бесконечно добрые, как Жанна д'Арк, как Тодоровский. Он не смотрит на людей, как на мусор в ногах. А он думает о другом. А как? А почему она? А в чем она виновата? А чем общество виновато перед этими девочками, которые пошли на панель? А что в нашей жизни не так? И я, скажем, мое брезгливое отношение к проституткам, стоило мне прочитать книжку Кунина и поговорить с Тодоровским, как-то немножечко усмирилось. Почему мы Сонечке Мармеладовой сочувствуем в «Преступлении и наказании»?
говорим, что она страдалица, а современным девочкам мы не хотим вникать, что их на это толкнуло, на эту стезю. Художник с помощью произведения искусства может изменить жизнь гораздо лучше и гораздо быстрее, чем политики, потому что политики снаружи, часто с оружием в руках. А художник изнутри, он меняет человека, меняет так, что ему не захочется совершать вот этого, вот этого, вот этого. После фильмов Тодоровского люди выходят, и они задумываются над своей жизнью, над своим поведением. Ну, вот так, если я ответила. «Анкора», еще «Анкор». Везде пишут, что этот фильм о любви, но один критик заявил, что в фильме нет любви. Главенствуют лишь примитивные инстинкты. А вы как думаете? Я снималась с двумя, мало сказать, уважаемыми, любимыми мною актрисами в одном из фильмов. Но у одной из них такие, как я понимаю, коммунистические пристрастия, а у другой – религиозные. Я человек тоже верующий, но я не религиозна. И вот они с этих позиций, одна со своих, а другая со своих, вдруг набросились на меня так по-свойски, по-хорошему, и стали долбать за фильмы Тодоровского. Говорят, что «Интердевочка» – это пошлость. «Анкор» – еще «Анкор» – это поклёб на матушку Россию, которую он не любит и которую он представил в таком ужасном свете. Я была удивлена, потому что я понимаю критиков, иногда они приходят и, отключая чувства, включают голову и смотрят глазами. И уже думают: так, Тодоровский, крупная фигура, чтоб мне о себе как-то хорошо заявить, хорошо бы мне его щелкнуть, тогда и обо мне как-то заговорят, меня заметят, Иванова, Петрова, Сидорова. У них совсем другие... Вот актрисы меня удивили. Я пыталась как могла объяснить. Хорошо бы этому критику включить сердце, интуицию, расслабиться, когда он смотрел фильм «Анкор, еще анкор». Потому что в этом фильме присутствует одна огромная любовь к России, огромнейшая, и к людям здесь проживающим, и сострадание. Этот фильм, я бы сказала, пацифистский, антивоенный, хотя, может быть, если бы Тодоровскому про это сказали, он сказал: «Лариса Ивановна, что вы глупости говорите? Я просто снимал о людях. Все, что видим мы в этой картине, это все сделала война. Я знаю, что такое деревня после войны. Мужчины вернулись домой. Там они знали, что делать, там враг, тут свои. Надо хватить 100 граммов каких-то там наркомовских и вперед, за родину, и все правильно. А тут врага нет, а привычка убивать, наказывать. И вся эта агрессия, которая воспитана войной, вымещалась на женах, на детях. Они не знали, что делать. Мой отец, не тем будь помянут, папа, прости. Это же постоянные пьянки у нас дома. Если вдруг как-нибудь покажут мою фотографию, где мне 6 лет, там все видно про эту девочку. Я не люблю перебирать фотографии, но я посмотрела, сижу, прижавшись к теткам, одной из них, которую я любила, двоюродным, 6 лет, а глаза, ну, так, девочке лет 12-14. Что столько уже прожито, столько пережило. Всего не рассказать. Помните такой момент, допустим, «Анкор, анкор»? Да, я помню, мой отец на мотоцикле с коляской. «Папа, я давно тебя простила, и ты меня прости, что я про это поминаю, просто пусть другим это будет наукой». Он ехал, их там было человек 5 пьяных в доску. И мотоцикл перевернулся, и мне сказали, что отец разбился. И вы знаете, вот мне сколько там, лет 7-8 было. Мысль облегчения. Думаю, наконец-то он перестанет мучить маму. Наконец-то все позади. Добрый вечер, Лариса Ивановна. Подскажите, пожалуйста, как вы спасаетесь от питерской депрессивной погоды? Спасибо. Вопрос кажется простенький.
но коварный. Я всю свою жизнь, проведенную в Петербурге, начиная с 60-го года, с отлучкой на 3 года, буквально спасаюсь и борюсь. И не только я. Я когда поступила в театральный институт, то первые полгода я спала. На лекциях, в общежитии. Было такое ощущение, что вот это какой-то такой большой, очень ласковый спрут так тебя обнял, прижал к себе, и вот ты уже сама по себе ничто, а ты уже тут, и все твои силы куда-то уходят. А я человек южный, привыкла к солнцу, к теплу, и все время спать, никаких других желаний. И когда я поняла, что меня просто могут выгнать из института, я проснулась и стала что-то такое делать. Про этот город можно говорить бесконечно. Это город очень двойственный. С одной стороны, это депрессия, что-то на тебя давит, что-то тебя просто уничтожает. Но если ты начинаешь этому сопротивляться и куда-то в щель между двумя прессами проскакиваешь, вдруг что-то такое в тебе, какие-то искры загораются. И, наверное, не случайно в этом городе так просыпались наши великие, наши таланты, Достоевский и Пушкин, и много можно чего. Я ни в коем случае себя не берусь равнять. Но думаю, может быть, мне в моем Краснодаре в тепле было бы никак не прорезаться. А этот город меня сжимал, знаете, чего-то хотела я. И тут недавно мне предложили, несколько лет назад, написать вступительное слово к книге стихов «Аничков мост». Я, естественно, я всегда говорю «нет». Я говорю «нет, я не имею никакого права». Это должны делать филологи, историки. Но что мне издатель сказал, а там 2 вступительных слова уже есть. Одно написано филологом, второе – историком, а мы хотим еще одно – от актрисы, которая любит читать стихи. И я говорю, ну хорошо, дайте мне почитать стихи поэтов современных. И я как-то с тоской думаю, сейчас там какая-нибудь ерунда и что-нибудь, что уже написано. «Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия» и так далее. То есть сплошные панегирики. И вдруг я стала читать и увидела, сколько талантливых молодых людей пишут об этом городе. И у них к этому городу такое же двойственное отношение. Такое же абсолютно они понимают, что это спасение и это погибель. Например, Елена Елагина, такой поэт очень хороший, пишет про наш Петербург. Здесь человек не нужен, как нигде. Это абсолютно точное ощущение. Меня поймут только те, кто в Питере прожил сколько-то. Ощущение, что город настолько самодостаточен, что уйди из него сегодня – половина населения или все. А он останется и будет сиять, потому что это город-музей. Из стихотворения, мне кажется, это Александр Кушнер, про Петербург, 2 строчки. «Пройдем же по аду и раю, где нет между ними черты». Это вот вам точная характеристика этого города. Ад и рай в одном флаконе. Простите, я не ответила на самое главное, как я спасаюсь. Спасает работа, спасает творчество. Но вот знающие люди говорят, что творчество – это не обязательно играть на сцене. Допустим, я в следующей жизни ни за что не буду артисткой, я не хочу. Я другую работу себе придумаю. А творчество может быть в приготовлении обеда для любимой семьи, в вывязывании носочков для внуков. Масса поводов для творчества. Люди вообще делятся на творческих и нетворческих. Есть люди, которые творчески делают все, к чему бы они ни прикасались. Меня что спасает? Ну, раньше, когда я была помоложе и очень эмоциональная, и, значит, тут у меня стрессовая ситуация, скажем, очередное распределение ролей, а меня опять нет, я прихожу домой,
сворачиваюсь калачиком на диванчике и плачу. Мне сейчас об этом вспоминать, почему я говорю, что вся моя жизнь – это цепь ошибок. Я когда смотрю на себя прежнюю, я вижу кучу ошибок. Ошибка. Нельзя плакать на диванчике. Надо брать томик стихов и идти куда-нибудь учить какое-нибудь стихотворение. И как-то мне кто-то спросил, почему ты знаешь так много стихотворений, а сколько ты можешь читать? Я говорю, ну я могу часа два продержаться. Ну, скажем, Пушкина я не учу наизусть, потому что женщинам не идет Пушкина читать. Но я выучила наизусть две его поэмы «Братья разбойники» и «Граф Нулин». Потому что «Граф Нулин» читают мужчины замечательно. Юрский Сергей Юрьевич читает замечательно. А я читаю иначе, с женской позицией. Вот как бы на эту проблему посмотрела главная героиня, лукавая Наталья Павловна, которая врет мужу и делает это очень изящно. Поэтому вот, когда меня спрашивают, почему я так много знаю, я говорю, потому что в моей жизни было много стрессовых ситуаций. Спасибо им большое. Поэтому каждый раз я брала томик стихов и учила какое-нибудь стихотворение. Да, я вам прочитаю одно забавное, потому что это было у меня жутко депрессивное состояние, когда не хотелось жить. А мне подарили такие три маленьких книжечки, сборник стихов Николая Огнивцева, поэта Серебряного века. Я говорю, Огнивцев, Огнивцев, Николай, не помню, посоветуйте, что мне делать в этой кошмарной ситуации? И наизусть думаю, так вот этот томик, та-та-та, и не глядя открываю. Ну, вы можете подумать, что я говорю неправду. Я говорю чистую правду. Стихотворение называется «Завет». Почти совет. Я думаю, о, хорошо. «Будь высоким, краснощеким, крепкогрудым, зоркооким, как твой предок зверолов, к черту хилых и унылых, в яму дряблых слизняков. Пусть скопцы брюзжат сурово от щите всего земного и клянутся сединой, что в могиле лишь одной нам дано отдохновенье, и что жизнь одно мучение, искушение, слезы, мука, позолоченный хомут, эка штука, врут. Посмотри. Не все, самое интересное потом. Посмотри, на небе солнце, на земле девичий смех, светит смех, смеется солнце, эх! В хороводы, эй, веселая орда, грусть на крюк, в карман невзгоды, в хороводы все сюда. Пусть вон тот юнец с пробором до седьмого позвонка смотрит кислым резонером в речку дохлого щенка. Пусть вон та седая дама, современница Адама, нам грозит дрожащим пальцем и, воззвав ко всем страдальцам, изливая гнев и грусть, норовит в слезах истечь. Ну и пусть пренебречь. Эй, не кисни. В этой жизни смех надежнейший вожатый. Смех с дороги не собьется. Пусть весь мир дрожит и бьется, словно кошкин хвост, прижатый ненароком меж дверьми. Будь красивым, будь веселым, будь лукулом полуголым, будь кентавром, черт возьми, прочь унылых, в речку хилых. Жизнь – единственное чудо, как философ не злословь. Есть на свете ведь покуда солнце, гейны и любовь.
Я очень боялась, потому что однажды во время моего выступления, в самом начале, два человека встали и вышли. В самом начале я еще сказать ничего не успела. Я спросила у своей продвинутой подруги Саши Коробченко, почему? Она говорит, вибрации. У вас очень высокие вибрации, они не выдержали. Они на вас разозлились и ушли, и сами не понимают, почему. Я не знаю, что такое высокие вибрации, хорошо это или плохо, но мне кажется... Мы с вами совпали сегодня, и я счастлива, я чувствовала ваши совершенно замечательные вибрации, вашу поддержку и мой призыв. Вот у меня девиз такой, где я бываю, там должно стать лучше, а не хуже. Мы здесь побывали, мне кажется, мы вместе зарядили эту студию очень хорошей атмосферой. После нас здесь стало лучше. Но я бы одна этого не сделала. Это наш совместный труд. Спасибо вам большое. Ну, уже нас не записывают. Хотите, я что-нибудь прочитаю? Кто вам еще прочитает Гейне? Да никто. Гейне на 2 года всего старше Пушкина, но они никогда не встречались, но где-то в тональности что-то есть общее. Легкомысленные стихи, потому что серьезные я вам прочитаю другие. Черт возьми твою мамашу и папашу, кстати, тоже. Из-за них вчера весь вечер я тебя не видел в ложе. Впереди они сидели, размалялись. Почти вплотную от моих влюбленных взоров, скрыв малютку дорогую, созерцала эта пара двух влюбленных злоключения. А когда они скончались, оба были в восхищении. Спасибо. Спасибо, дорогие.